мы в гостях у сказки. Сказка начинается. Сегодня у нас большой-большой бал. И наши поняшки хотят быть самыми прекрасными, самыми красивыми. И вот они все собираются ехать на бал. Ой, как я устала от этой всей, не знаю, беготни. Ты уже имеешь платьице, в котором поедешь на бал? Расскажи-ка. Я мальчик. Привет. Привет. Ну-ка, расскажи. В чем ты поедешь на бал? В каком платье ты будешь? Я буду в розовом платье. А я тоже буду в розовом. И я буду привет. В розовом. Привет! Ура! Привет, девочки! Всем привет! Всем привет! Привет, привет! Давай-ка. А в чем ты поедешь в бал? А у меня такое очень белое, красивое будет платье. Я его шила и очень старалась. Я сегодня хочу встретить на этом балу красивого, прекрасного принца, которого люблюсь, и потом женюсь. Ха-ха-ха-ха-ха, девчонки. Она, как всегда, в своих мечтаниях. Да. А с какой вы каретой поедете? Мы поедем вот с этой. А покажите вашу карету. Давай-ка покажем, какая у нас карета. О-о-о! Ой, да тут поместятся все в этой карете. Какая красивая. А тут что? Эти светятся в темноте. Так когда мы будем ехать в темноте, все будет светиться и дорога. А наша кареточка вот какая, посмотрите. И вот тут есть прицеплено украшение там. А тут вот смотрите, что тут тоже крутится. Что-то вертится, крутится. Это им показывает, где надо ехать, куда. Поняла, ну что, карета, что, девчонки, давай собираться. Я буду красить губы, делать себе прическу красивую. Я пошла в карету. Так еще же мы никуда не едем, еще надо прихорашиваться. А я буду прихорашиваться уже в замке. А давай-ка, девочки, все вместе потанцуем. Тогда я сейчас позову своих подружек. Они уже подумали, что мы уже едем. Позови. И уже еще не начинается. Подождите. Встанем все в кружочек и красивенько потанцуем. Девочки, как хорошо, что мы все вместе. А, я вверх. Как хорошо, какие мы красивые. Ой, я полетаю, я полетаю, я полетаю. Кстати, как тебя зовут? Меня зовут Бабочка Прекрасная. Я знаешь, где живу? Я живу очень высоко. И я умею летать очень-очень высоко. А я живу очень глубоко в воде. Вы русалочки, да? Да, вот у меня хвостик. Хвостик. Хвостик синий, красивый хвостик. А у меня розовый. И короны. Девочки, а что за подарок мы повезем принцессе? Ну-ка, сейчас покажем, какой подарок мы повезем принцессе. Киндер сюрприз. Посмотрите, девчоночки, вот какой подарочек. Ой, какой ваша карета больше. Ну-ка, давай-ка вашу карету мы его поместим. Я понесла. Да. Давай-ка лошадок сюда красивенько. Ну,
Ну-ка, давай-ка все теперь будем одеваться, собираться. Хорошо, я уже пошла переодеваться. Давай-ка. Посмотрите, ребята, какие у меня красивые звездочки, какие красивые глаза, какой красивая корона. А это у тебя не Сваровский ли на голове на короне? Да, и у тебя также. Как красиво! Я надела еще браслет. Какой браслет? Как ты красиво подготовилась к балу. Ну что, девочки, кареты поданы? Давай понемножку. Собирайтесь. Мы в свою карету. Мы уже пошли вот в карету. О, ребята, нам, мне кажется, уже понадобится и ваша карета. У нас очень много места занял киндер. Сюрприз, подарок. А я могу вашу карету? Хорошо, можно. Залезать. Еще не все, девочки, еще нет, еще не все. Мы должны все поместиться. Ну что, девчонки, едем. Едем, дорога дальняя. Давай что-нибудь поем. Мы едем, едем, едем в далекие края. Веселые соседи, хорошие друзья. Нам весело живется, мы песенку поем. А песенки поются, как мы живем. Ну что, вот и приехали мы к замку. В замке нас встречает прекрасная королева всех королев. Здравствуйте! Спасибо, что вы к нам приехали. Тут вот так должно теперь. Там еще есть дверца. Ну что, привет, как тебя зовут? Меня очень прекрасная королева. Спасибо, что вы вызвали, позволили нам участвовать в этом прекрасном и красивом, очень красивом бале. Спасибо, что вы к нам прибыли. Садитесь туда. Кто следующий? Бабочки, бабочки летят, бабочки летят. Бабочки, королева, спасибо, что вы нас пригласили в замок на бал. У нас к вам мы приехали не пустыми. Мы приехали к вам с подарочком. Вот, кто вам поднесет, преподнесет подарочек? Подарочек вам преподнесет самая прекрасная из русалок и самая прекрасная из бабочек. Вот, это для вас, королева. Ну-ка, кто поможет распаковать и посмотреть, что же внутри? А я тут побуду, хорошо? Вот тут я побуду. Оп. Какие вы хорошие! Шоколад. Как хорошо, что вы приехали! Как тяжело капсула! Что же тут? Это мусор.
будет новый для хозяйки питомец, да? Да. Вау! Очень вся коллекция. Вау, давай-ка я помогу. Как у тебя тут королева красиво, прекрасно. Да, очень красиво. У тебя очень красиво, все блестит. Кто это хрюкает? Вот и наш новый питомец из киндера. Ну что, пожалуйста, открываем дверцы и зовем вас вовнутрь, да? Да. Сейчас. Заходите все к нам в гости. До свидания!